Здравствуйте, дорогие любители годных ICO. Продолжаем с вами рассмотрение проекта Lepo. Итак, давайте же посмотрим, что же представляет из себя токен сейл данного проекта. Здесь мы видим, все расчеты ведутся в долларах и в швейцарских франках. Вы сможете найти введя в гугле вот это вот обозначение, курс к рублю или к доллару. Итак, коин будет называться Lepo Coin, или в сокращении LEX. Soft cap на вайтлисте 30 тысяч либо швейцарских франков, либо долларов. Soft cap на пресейле равен 2 миллионам долларов или швейцарских франков. Soft cap на ICO равен 20 миллионам швейцарских франков или долларов, и лимит 50 миллионов долларов, то есть это hard cap. Здесь мы видим цену на white листе, то есть это 1 цент ровно, потом следующая цена на пресейле — это 2,5 цента, тут 1 цент, тут 2,5. И на ICO будет цена 3,5, то есть в 3,5 раза больше, чем на вайт-листе. Валюты, которые принимаются, это эфириум и биткоин. Минимальная в фиате равна 500 долларам. Минимальная покупка 0,01 эфира или 0,001 биткоина. Начало пресейла 1 мая, конец пресейла 1 июня и начало ICO 15 июня. Мы здесь видим распределение токенов на пресейл 30%, на фонд стабильности 50%, 5% разработчики, 5% баунти, маркетинг и адвайзеры, 10% главная команда. После собранных средств 50% команда. Ну и вот здесь вот такие вот распределения мы видим. Встречайте команду. Лидеры, то есть это главные разработчики, 5 человек. Вот. О каждом из них есть информация, можете почитать. Ссылка на LinkedIn присутствует. Также мы видим команду самих разработчиков данного проекта, адвайзеров. И на этом сайт заканчивается. В целом я могу сказать, что проект очень и очень успешный, я считаю. И очень возможно, он станет довольно большим гигантом в последующем времени. На этом, я думаю, мы с вами можем заканчивать. Это был проект Lepo. Всем удачи, инвестируйте свои деньги правильно.